Организация на высшем уровне, мы были без ума, от толстовок вообще кричали, мы не ожидали. Можно сказать, их нельзя описать словами, и просто буря эмоций. Тут важны главные идеи, мозги и мысли. Первым делом это организованность, очень хорошая организация, а также очень интересные, креативные люди. Именно это больше всего понравилось. Soul for Tomorrow сегодня я впервые здесь, но мне уже запомнился этот проект. Поздравляем победителей, поздравляем участников. На самом деле это большой опыт.